Мы приехали сегодня на гору Токиап вместе с братом своим. Покажем вам, что такое гора Токиап. Такая вверх. Пойдем. Будем подниматься на гору по лесенкам. Здесь все приготовились идти. Ага. Кстати, лестница такая нормальная, да, здесь наклон? Я думал, на восьмой хожу, не так устаю. Вид прям шикардосный. Короче, первый привалочный пункт. До него добрались. Тут, наверное, ветер сейчас. И вон Хоакин. Все, мы на вершине. Статуэтки. Еще статуэтки. И почему-то никого нет. Кроме собаки. Опять храм. Опять статуэтка. Ну, сейчас что-то. Я думаю, Влад, нам надо вот на эту гору. Да, вон церковь на той горе. Пойдемся, Олег. Есть перегородка и вон плакат. Ну, предупреждение. Ой, собака еще. Нельзя, нельзя сюда. Там наверху, короче, радар. Да. Военный. Так, да? Получается, мы на соседней горе. Ну, вот что-то заброшенное немного памятник. Но его или реконструируют, или наоборот. Сломали только что. Че, будем в бубен сочетать? Нет. Мне мой дороже. Бубен. Стукнул катаклизм, да? Да, катаклизм. Короче, мы не на ту гору поднялись по ошибке. И спускаемся с этой. И пойдем на прикольная соседнюю. Лестница вообще отсюда прям смотрится. Да, лестница вот. Короче, вот наконец-то мы на правильной горе. На правильной горе. Правильно. Доделов местные обезьяны любят кока-колу, поэтому нам в магазине сказали убрать баночки в карман далеко. Окна все, решетки, все в клетках, все люди в клетках. Зато обезьяны не в клетках. Так, потихонечку окружают обезьянки. Поэтому пойдем сейчас туда вот и там попьем. Там еще больше обезьян. Не, ну куда-нибудь за уголок. Ты? Штука вот эта красивая. Там обезьяны вон мелкие. Короче, советуем подняться на гору Токиап. Но мы еще сами-то не поднялись. Поднимемся чуть-чуть попозже. Сначала попить. Ребята, мы, короче, решили попить с Владом. Мы заметили, да, мы без кока-колы. Все не просто так, она улетела очень далеко в море. Потому что как только я открыл кока-колу, такой пшшк, маленькая обезьянка пропалила, стуканула взрослым. Они сделал жест. Они на нас напрыгнули, короче, начали трясти колу. Мы избавились от колы. Да. Потому что мы четкие ребята. Нас обезьянки обокрали. Нас обокрали маленькие обезьянки. На 40 рублей кинули. На 40 рублей только что опрокинули. Ну ничего, мы приедем сюда еще. С клеткой. С клеткой. И выловим какую-нибудь маленькую одну. У меня будет рассчитываться. Шлем, кепка. Ну. Короче, я реально устал. Да. Нельзя. В юбках. Можно в джинсах. Девушкам. О, петух. Все, в гору. Да, это не такая уж и гора. Это путь к храму. Как все? Вряд жизни все. А у нас все забрали их. Маленькие чертовы обезьянки. Пойдем. Только что были вон где радар. Вон там внизу. А вот весь Хоакин. Перед нами. Надо взять палку и по всем бубнам отстучать. Тогда желание обязательно сразу сбудется. По ним надо. Тык-тык-тык. Посмотрели видео, как я бегаю. Ставьте лайк.
выйди из